Комфорт и безопасность жителей на первом месте. В поселке Большевик после благоустройства получила новый облик большая дворовая территория на улице Ленина. Какие изменения произошли, расскажем подробно прямо сейчас. Жители домов номер 3, 3А и 5 не скрывают своих эмоций. Двор значительно преобразился. Появились новый игровой комплекс, спортивные зоны для занятий воркаутом, настольным теннисом, прогулочные дорожки, скамейки, освещение. В сохранности остались и зеленые зоны, что немаловажно. Территория в поселке Большевик была благоустроена благодаря проекту инициативного бюджетирования. Прошло очередное собрание с жителями по вопросам инициативного бюджетирования. То есть к нам обращались жители с просьбой увеличить парковочные места. Решением главы городского округа Серпухов было принято решение сделать увеличить парковку. Вот сегодня можно увидеть, насколько она увеличена. Жителям очень удобно. И жители, особенно автолюбители, это подтверждают. Дополнительных парковочных мест во дворе их домов не хватало. Хотел поблагодарить за парковки, то, что нам их расширили. Стало больше парковок, да. Теперь возможно припарковаться возле дома и, соответственно, ближе дойти до дома. В нашем дворе были проблемы с парковочными местами, их было меньше. Расширили парковку, вот, положили ряд лежачих полицейских, чем, несомненно, нас порадовали. Три искусственные дорожные неровности во дворе появились после того, как во время рабочего объезда к главе обратилась жительница поселка Большевик Мария Карпачева. Просьба такая, что положить что-то, какие-то неровности или лежачий полицейский, потому что площадка очень маленькая для маленьких детей. Дети бегут, не останавливаясь. На комиссии по безопасности дорожного движения был рассмотрен этот вопрос, и в срочном порядке были установлены искусственные неровности во дворе. На данную просьбу отреагировали в порядке 2 дней. Мы все вопросы держим на контроле и также незамедлительно реагируем на все вопросы, пожелания жителей. Искусственные дорожные неровности установили в соответствии с правилами безопасности дорожного движения. В следующем году рассмотрят и возможность обустройства большой парковочной зоны за зданием территориального управления.